Мне здесь очень нравится. Здесь можно нырять, там купаться, ездить на великах. Мы с братом очень любим понырять особенно. Почему он называется черный, думаешь? Может, здесь раньше было там грязно как-то. И потом как-то стало чище. Кино расплылась. Сейчас здесь очень чисто. Деревня Черная речка в 40 километрах от Тюмени по Черешевскому тракту. Уже в самом названии красивого уголка, живописными холмами, вековыми соснами, старинным прудом кроется какая-то загадочность. Легенд об этом местечке немало. Говоря о Тюменской Черной речке, многие вспоминают ее тезку, Петербургскую Черную речку, где когда-то состоялась дуэль Пушкина и Дантеса. Если питерское селение было связано с судьбой великого поэта, то тюменское – жизнью талантливого предпринимателя, промышленника и инженера Алексея Федоровича Памфилова. Здесь, на этом самом месте, где вот сейчас стоят эти домики под соснами, здесь стояла усадьба Памфиловых. Здесь находился хозяйский дом, здесь же находилась чайная, беседка, и здесь же было устроено их производство. Здесь находилась ферма Памфиловых, та самая ферма, с которой началось сибирское маслоделие. Алексей Памфилов приехал в Тюмень из Богородска, крупного подмосковного старообрядческого и текстильного центра. Потомственный дворянин, фабрикант, получил в наследство часть имения в Черной речке, где находился крупный винокуренный завод. Алексей Федорович сразу прикрыл спиртное производство, сменив его на более полезное – маслодельное и сыроваренное. До сих пор во многих книгах написано, что сибирское маслоделие зародилось в 1894 году, когда курганский купец Вальков открыл первый промышленный маслозавод. Но проведя дополнительные исследования, мы совершенно точно установили, что первый сибирский маслозавод возник здесь. Он был открыт Памфиловыми в 1886 году, то есть на 8 лет раньше, чем появился маслозавод в Кургане. Это сенсационное открытие историков прошло незамеченным, хотя, по сути, оно вернуло Тюменской области звание первооткрывательницы маслодельной промышленности в сибирском регионе. То, что начал делать Памфилов в Черной речке, пробудило от спячки маслоделов соседних уездов и губерний. Масляную лихорадку местные жительницы, сестры Мария Никитична-Бабенко и Ольга Федоровна Колесникова, не застали, но наслышаны о Памфиловых от своих родителей. Был очень хороший, добрый для людей. Людей лечили. Если плохо, в город увозили, у них там был дом. Этим рабочим строили жилье, избы. А отоваривали это в магазине под работу. И была у них сыроварня, маслодельня, мельница. Вот дед мой работал на мельнице, Давыд Григорьевич, а бабушка по матери дояркой была и телятницей. Они такие рабочие там были. Он ходил, коленки голые были, Памфилов. Сам ходил везде, управлялся и все помогал, делал. Поля-то все эти его были, и луга вот были. У нас трое там луга, они сено там косили. Весь народ ходил, и Другановские, и Мичуринские, и Костлерские, и наши все ездили. Все. А платил как? Платил хорошо и кормил хорошо. Здесь осталось всего 12 семей коренных жителей. Почти все пожилые. Личные хозяйства ограничиваются огородом. У пенсионеров силы не те. В Черной речке нет ни одной коровы. А при Памфиловых деревня славилась заморским стадом. Племенной скот более 100 голов специально завезли из-за границы. Он закупил самое лучшее импортное оборудование. Он продумал технологию производства. Он сам разводил скот, сам скупал молоко, сам его перерабатывал. Таким образом, это было производство, поставленное на хорошую научную основу. Молочным хозяйством на Черной речке руководила Анна Яковлевна Памфилова, урожденная вардропер, дочь известных в Тюмени английских подданных, предпринимателей и судовладельцев. Ей удалось наладить экспорт сибирского масла в Англию и Германию. Продукт стал известен в Лондоне и Баварии и подавался к столу королевы Виктории и зажиточных немецких бюргеров.
Она нередко ездила к себе на родину, в Англию, привозила оттуда техническую литературу. Поэтому все машины были английского производства, наверное, она пользовалась какими-то связями. На ферме производили сыр швейцарский, бакштейн, делали масло сливочное, а также сорт парижское масло. Кроме того, делали льняное, конопляное, маковое. И сырное производство и производство масла, оно набирало обороты, поскольку оно пользовалось спросом. Оно было высокого качества и по низкой цене. Сыр продавали по 25 копеек за фунт, а масло по 50 копеек. Кататься как сыр в масле – это о Черной речке конца 19 века. До 800 пудов швейцарского сыра в год и тонны масла. Но вошедшая в учебники истории, как родина сибирского маслоделия, теперь уже не помещичья усадьба, а дачный поселок. Теперь здесь не работают, а отдыхают. Ассортимент в местном магазине, как везде, ничего выдающегося. Молоко долговременного хранения и плавленные сырки. Вкус чернореченского молока никто не помнит. Секретные рецепты сыра и масла, что вкушали при дворе королевы Виктории, потеряны безвозвратно. Говорят, хороший все был, качественно. Продавали они не в пачках, они продавали целиком. Вот такой сыр-то делали такие большие, как масло-то большие-то. Вот так вот, а потом отрезали. Ну, мы не пробовали, а говорили, хорошая шибка. Шибко хорошим считалось не только маслодельное производство. По всей округе ходили слухи о невиданных чудесах Черной речки. Сегодня купца Памфилова назвали бы человеком, двигающим прогресс. А тогда говорили просто «чудит барин». И даже в Тюмени не каждый горожанин мог себе это позволить, а Памфилов провел сюда телефонный провод. Для меня до сих пор загадка, как это и каких-то денег ему стоило. То есть, вот, ну, это был достаточно состоятельный человек, и я думаю, что для него это было чем-то вроде эксперимента все это поместье. То есть для него это был эксперимент, он пытался создать такую образцовую модель, образцовое хозяйство. А капиталы, как бы прибыль, я думаю, для него большой роли не играли. Когда именина, говорит, кому сделать, кто именинник, у их дом был большой на берегу там пруда, красивый пруд-то был. И вот принесут коробки печенья, конфет, мама все рассказывала. Как, говорит, именинник заходит туда наверх и начинает из коробок бросать. Собирайте все люди приходили, вся деревня туда. Все его уважали, и он хорошо к людям относился. Вот я вам говорю, вот рядом был. 3 или 4 километра помещик Зверев, у него был скот. Он даже по ягоды, по землянику не пускал. Бывшая деревня Малая Балда, теперь Мичурина, в 5 километрах от Черной речки. На месте этого заросшего пустыря еще недавно стояла церковь всех святых. Памфилов вложил в нее не только капиталы, но и частичку своей души. Говорят, иконостас был роскошный. Но большевики поступили с этим храмом так же, как и с другими. Разворовали и обезглавили. Историки говорят, с тех пор, как это случилось, на деревне Черная речка будто проклятие нависло. Что касается захоронения и проклятия Черной речки, то это действительно событие. Это 1922 год. Но сначала был август 1919 года, когда красные подступили к Тюмени. И тогдашняя хозяйка поместья, она вместе с колчаковцами отступила на восток, надеясь, конечно, вернуться. Но не судьба, она обратно не вернулась. Имение сразу было разграблено, а ценностей не нашли. А коль хозяйка отбыла с небольшим редикюльчиком и с небольшим багажом, прошел сразу слух, что сокровища спрятаны где-то здесь, потому что хозяйство было далеко не бедным. Сначала разграбили Малобалдинский храм, а потом красная власть добралась до могил на его территории. Как-то обходят стороной и считают его святым местом. И даже землю, вот как бы никто даже здесь не строится, и хотя место хорошее, красивое. Сегодня участок, вокруг которого ходит немало мистических рассказов, пустует. А ведь где-то именно здесь похоронен Алексей Федорович Памфилов. Он умер 19 марта 1909 года по старому стилю от разрыва сердца, инфаркта, в 52 года. По разрешению тобольского епископа Антония, Памфилова похоронили рядом с его любимой церковью. Установили мраморную плиту и памятный знак. Но прах покоя не найдет. Действительно, склеп разрушили. Действительно, захоронение вскрыли, действительно достали гроб,
Действительно, он оказался двойным. Внешний гроб был деревянным, а внутренним комбинированный, дерево со стеклом. Действительно, тело сохранилось, оно было мумифицировано. И когда его вскрыли, действительно произошло, что оно рассыпалось на глазах у изумленных представителей местных органов власти. Как писали тогда в донесении АГПУ, остались только оловянные пуговицы и подошвы похоронных тапочек. Но насколько уж это было действительно так, исчезли ли кости, трудно сейчас судить. А во всяком случае, все переворошили, но сокровищ, как писали именно по склепу, не нашли. Сравнительно недавно, в 90-е годы, в деревянном строении сделали ремонт, открыли клуб, но он просуществовал совсем недолго. Случился пожар, и бывшая церковь всех святых сгорела дотла. А не жалеете, что церкви-то теперь в деревне нет у вас? Ну как это не жалеем? Мы же старые, приучены родителями, что Богу верить. Эпидемия кладоискательства была повальной, но надругательство над памятью стоило Черной речке дорого. Деревня стала вырождаться, советизация не принесла плодов, а Великая Отечественная еще сильнее подкосила население. В новые времена здесь стали появляться элитные дачи. Это спасло от полного запустения. Местечко, знаменитое в прошлом своим белым золотом, сейчас в поле зрения тех, кто добывает черное. Недавно губернатор Ямала построил часовню и мельницу, декоративную, но отдаленно напоминающую ту самую, Памфиловскую. Геннадий Полынцев – один из немногих, кто из дачника превратился в постоянного жителя. Один из бывших руководителей тюменского спорта, готовивший олимпийские резервы, теперь перебрался за город. Считает, что Черная речка еще прозвучит, ведь в соседней деревне строится огромный биатлонный центр. Мечтает открыть на берегу пруда лагерь для сельских детей и вместе с внучкой Аней ищет клады времен Памфилова. Вот когда мы садим картошечку, вот у нас весь участок, который мы обрабатываем, он в пределах нашей территории. И здесь ее родители, и она сама часто находим, значит, монеты там 800 какого-то года, вот, ну, оттираем, вытираем, и действительно это не клады, это, значит, монеты тех давних времен. Кто знает, может, кладоискатели прошлись и по территории этого старинного дома в бывшей Малой Балде. Построенное на средства Алексея Федоровича Памфилова здание служит детям уже более века. Кстати, у самого предпринимателя было 9 детей. А это кто? Корова. Корова, которая корова дает нам вкусное? Молоко. Молоко. Молодцы, хорошие дети. Эта школа раньше считалась лучшей в Тюменском уезде. Дети работников фермы получали здесь образование, а Памфилов входил в общество попечения учащихся. Теперь в здании детский сад. Дом ни разу не ремонтировали, очень надежный. Наверное, потому что строили на века и от сердца. Алексей Памфилов мог бы стать достойным примером для молодого поколения и современных предпринимателей. Но память его здесь почти стерта. Историки верят, что один из сегодняшних дачников, политиков, бизнесменов, строителей поможет восстановить в Черной речке музей-усадьбу или установить памятник основателю сибирского маслоделия. Фамилия Памфилов от греческого слова «памфил» – «всеми любимый». При жизни эта необыкновенная семья вполне оправдала свою фамилию. Но уже через несколько десятков лет и всеми любимых они почему-то превратились во всеми забытых. О том, что значила Черная речка в жизни человека, опередившего свое время, без слов скажут акварели, написанные Памфиловым. Теперь они хранятся в частных архивах потомков купца в Екатеринбурге. На них тот же пруд, названный Черным, и деревья, которые разве что чуточку подросли.